Мы продолжаем. Свет, знакомь, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, Олечка, не раз мы говорим о том, что именно платье украшает не только женщину. Посмотрите, наша студия просто заброшена цветами, яркими букетами. Обратите внимание, это платье Маргарет. Я сегодня выбираю себе яркое платье, и насколько оно комфортное. Это очень стильное дизайнерское решение. Свет, ну ты знаешь, я всегда, когда тебя вижу перед эфиром, всегда делаю тебе комплименты. Насколько тебе все идет. Но ты знаешь, я проверила не только на тебе. Любая ведущая, которая надевает наши товары, она выглядит обворожительно, неподражаемая. А все это потому, что ты подбираешь правильные крои, которые подходят под любую фигуру. Ну а сейчас, Светочка, аплодисменты тебе. И все мужчины сейчас не могут наглядеться. Роскошное платье под названием «Маргарет». Не пропустите! Ну что ж, дорогие друзья, я советую просто, милые модницы, а если мужчины сейчас увидели, им понравилось это платье, и они хотят, чтобы их любимая женщина выбрала себе это платье, помогите ей с этим выбором. Скажите, какой цвет вам тоже нравится? Ведь каждая женщина стремится к тому, чтобы нравиться своему мужчине. Ну что ж, давайте познакомимся с цветами. У нас 4 цвета на выбор. Я сегодня выбираю насыщенную яркую гвоздику. Обратите внимание, на фоне сапфировым темно-синим. Но у нас есть еще богатые расцветки. Итак, на сапфировом синем фоне, это не черный цвет, вы видите лиловую гамму, яркий цвет. И, кстати, этот цвет подойдет совершенно каждой женщине, независимо от ее цветотипа. Эти цветы будут вас только украшать. Следующий оттенок – глубокая насыщенная бирюза, также на сапфировом синем фоне. Ну и, Олечка, рядом с тобой позитивный желтый цвет, причем лимонно-желтый. Это самый нежный желтый оттенок. Очень нежный. Цвета, очень нежные ткани, о которых мы с вами совсем скоро поговорим. Мужчины, я продолжаю обращаться сейчас к вам. Хватит женщинам своим любимым дарить цветы, которые скоро завянут. Подарите им, пожалуйста, платье. Маргарет, вы только представьте свою любимую в этом божестве, в этом шикарном платье. Она будет бесподобна. Ну что ж, давайте пройдем к нашим моделям. Наша Лали выбирает сегодня также платье Маргарет. Обратите внимание, наши девушки облачились в это прекрасное платье. Давайте немножечко о размерах и о ткани. Прежде всего, наше платье состоит из двух тканей. Они одинаковы по своему цвету и по рисунку, но совершенно разные по фактуре. Итак, дорогие друзья, основная ткань – это же, конечно, ваше любимое масло. Та ткань, которая будет струиться по вашей фигуре, не спадать и дарить вам только ощущение роскоши и комфорта. Передняя часть нашего платья – это трикотажная перфорированная сетка. Обратите внимание, она действительно тянется. И сколько бы вы ни делали движений, вам будет очень комфортно. Ничто не будет сковывать. А еще, Оленька, ты видишь этот прозрачный соблазн? Да. Потрясающе, прекрасное. Ощущение того, что у нас корсаж, корсет и, конечно же, блузон надет под низ. Посмотрите, цветы сочетаются друг с другом по цвету. Но именно верхняя облегченная часть делает это платье более легким и романтичным. Более легкое, романтичное платье на лето – это отличный образ. Вы только представьте себя в этом обаянии, в этом привлекательном платье, которое просто усыпано цветами. Также мы наблюдаем сейчас роскошный яркий алый цвет. Свет, ну скажи, пожалуйста, мне так нравится это платье, девочкам очень идет, тебе тоже очень хорошо, а мне пойдет такое платье? Конечно, пойдет, Оленька. Это платье подойдет любой женщине, и здесь я не оговариваюсь, действительно любой. Давайте представим, если у вас богатый верх или прямоугольная фигура, кстати, у нашей Олечки прямоугольный тип фигуры, и многие женщины думают, что им нужно выбирать обязательно платье, чтобы была пышная юбка. Нет, это не так. Обратите внимание, эластичное полотно тянется. Ваши стройные ножки всегда будут подчеркнуты. Ну а если у вас достаточно богатые формы, обратите внимание на то, что эластичная ткань будет подчеркивать изящество вашей фигуры и индивидуальности вашей фигуры женской. Я еще хочу обратить внимание на то, что у нас оригинальный низ изделия. Посмотрите сейчас. Я развязала кулиски, которые... Развернись немножко, Лали, глубоко. У нас есть кулиски. Обратите внимание, фантазийное завершение нашего платья. Вы всегда можете быть разной. Итак, что нам стоит сделать? Всего лишь потянуть кулиски, и платье приобретает немножечко асимметричный вид. Скажи, пожалуйста, Света, а какой рост у нашей модели? Потому что я хочу знать, какой длины будет на мне это платье. Вот я вижу ей чуть выше колена. Какой у нее рост? Давай сейчас приложим это платье к тебе, чтобы наши женщины также видели. Рост Ольги 1,60 м, длина платья 94 см. Посмотрите, королевская длина.
платье закрывает колени и доходит, где у тебя, до середины икры. А у нашей... Да, точно, у меня прикрывает колени. Да, прикрывает колени. А у нашей Лали рост 1,75 м, длина платья 94 сантиметра и платье выше колена. Обратите внимание, чуть-чуть, буквально на 1-2 сантиметра. Это дизайнерское платье, высококачественное, элитное. Это трикотаж масла, который будет струиться по вашему телу, стекать, дорогие мои. Вы будете испытывать блаженство.